На стадионе «Спартак» прошло посвящение в спортсмены тех ребят, кто будет заниматься в секциях детской спортивной школы. Юные гимнастки, самбисты, легкоатлеты, дзюдоисты, борцы вышли на построение, где была произнесена клятва. Прозвучал и гимн спортивной школы. По окончании праздника прошли забеги. Малыши бежали один круг, 333 метра. Взрослые ребята от 12 до 14 лет вышли на дистанцию 2 километра. То есть они вот пробегут как бы в тестовом варианте, а в мае месяце уже будут официально сдавать на знак «Готово». Всего в школе на 6 отделениях занимается более 1000 юных димитровградцев. С ними работают 33 тренера. Маша Пескуновой 8 лет, и заниматься она будет легкой атлетикой. Потому что ребенок очень подвижный, очень активный, очень нравится ему и бегать, и прыгать. И ей очень понравилось в тот же день, в первую тренировку. Она была настолько довольна, настолько ей понравилось, что с удовольствием ходит. Посвящение в спортсмены в начале учебного года стало доброй традицией. И в этом году прошло уже в 10-й раз. Марина Антуганова, Анжелика Барвинок. «Наше время».